Привет, друзья! С вами Надя в Палмере. Заехали сначала на ферму зубров. Мы не прошли, не посмотрели на них. Стоит это $11 детям до 5 лет бесплатно. Вот. Но дело в том, что там просто 45 минут водят. То есть, возможно, там зубрам вы даже и не подойдете, кормить их нельзя, ничего нельзя. Поэтому мы посмотрели на лошадок и поехали дальше. Каждую пятницу в Палмере в Цунами Warning Center проходят экскурсии бесплатные. Этих центров только два в Америке. Один на Гавайях, один на Аляске. Они следят за тем, что может произойти землетрясение или может произойти цунами. То есть это очень важно, как бы, потому что, ну, вы знаете, после землетрясения на Аляске, где погибло 9 человек в самом сильном землетрясении в 60-х годах 20 века, в Калифорнии, которая сформировала цунами, погибло более 200 человек. Поэтому существует этот теперь центр, который следит за этим происходящим. Вот. Нас пригласили в комнату. Так, я сказала или нет? Туры проходят по пятницам в час, в 2 и в 3 вечера, получается уже. Вот. И от 6 человек. При себе нужно иметь ID. Но нас сегодня двое, точнее трое. И они сказали, что, в принципе, проведут это все для нас тоже. Мужчины там сидят сейчас за компьютерами, за всем этим следят. Вот. Но сегодня туры будут проходить только в час дня, потому что они едут на кого-то обучать, да, по-моему? Тренинг, да. Да, какой-то тренинг. Поэтому мы лаки, мы попали в час. Нас пригласили сейчас в такую комнату ожидания с книгами, с картинками, с картами. Вон Карина, как видите, помните, в том году я снимала? У нас намечается special event. Поэтому оставайтесь с нами. Так, ну, здесь, конечно, всякие разные постеры, посвященные цунами и землетрясениям. Все, что ли, южнее Анкориджа? Да. Mm-hmm. То есть, как можно услышать, что делать? Don't wait for official evacuation orders. То есть не ждите, пока начнется эвакуация. Если вы уже услышали, увидели, почувствовали, беги. Вот телефон, по которому передают эвакуацию. Это все писывается, видите, пишется. Появляется небольшое землетрясение на Гавайях, видите, знак. A lot of those put onto the computer, so each of these is one of those kind of the needle moving along and it's great and getting the signal when it goes. So so what you're seeing is, you know, a lot of those stations, that these are all sorted in proximity to where the quake happened. This is another one that happened in Kilauea in Hawaii. It's happening right now. Yeah, it happened 2 minutes ago. You so, see. Oh my god, 3 minutes ago, yeah. So... Can you imagine? No, I cannot. So these are all stacked in terms of distance from that. So as you see, all of these are pretty close. These are just the data coming in. It's not sorted yet. This is... Taito is... Taiwan? Yep. So... this four seismic stations have felt it. And uh-huh. are displaying it. We don't have a location on it yet, so what we do is we come in here and we try to help the computer figure it out, or we just solve it for ourselves. So. Да, на Гавайи был 4 минуты назад 3.5 поинтов. Yeah, that's just not enough. All these stations are right next to it, so you kind of need. You need to kind of box in the quake to get a good solution on it. So we'll take a sec. There it is. So there you go. 4-4 in Taiwan. So, wow. Fine. if that's, you know, not a big deal. If it was bigger, we start. Вау, только что случилось в Оклахоме. 4.4, 3.8 силы. Я very lucky. I will say this is unprecedented. We just created the earthquake all over the world. I mean, we can go,
Maybe we should go, so no earthquakes no more. I will kick you out. yeah, but I bet this one alarms here. But it's pretty much, I believe, happens very often, like around the world, because I mean, it's not too high, maybe not too many points, like maybe around 2-3, but actually. Because the activity goes all over it. Yeah, we actually originally from Ukraine, so we don't have at all earthquakes. Yeah, because we are located like on this part of the Ukrainian, like I don't know how it's called exactly to explain this part. Мы пришли, еще один случился, нам сказали, что мы счастливцы. Такое бывает редко, но у нас уже три землетрясения прям. So that's what we do. If it's bigger, you know, obviously, I think Ken's giving your tour, so he'll kind of get into it. Да, видите, центр сам небольшой, но стоит сюда прийти. Действительно, очень интересно рассказывают. Мы вообще лаки, мы попали. Получается, сама лекция, наверное, минут 40-45 шла, нам рассказывали, что делать, как это происходит, почему такие длинные волны. То есть... Я думаю, что стоит прийти. Главное, что нужно знать. Если землетрясение, то нужно спрятаться под стол, потому что когда трясет, то может... Сейчас дождь, видите? Потому что когда трясет, будут падать предметы. А цунами нужно вот... Если есть какой-то звук из океана, или вода резко отошла от берегов, то нужно бежать. Желательно хотя бы быть милю от... океан, от побережья и повыше, забирайтесь повыше. Вот, фильм, который я советую посмотреть, я смотрела его, то, что произошло на реальных, в 2004 году в Таиланде, основано на реальных событиях, на английском называется Impossible, то есть невозможно. История одной семьи, как они поехали отдыхать в Таиланд. Вот, я на этом заканчиваю, мы сейчас еще поедем, может, погуляем. Вот в парк, который я снимала на Пасху, там был тогда снег. Поэтому, если вы будете в Палмере, вот место, как Цунами Warning Center, обязательно к посещению, но только это по пятницам. Всего вам доброго, избегайте цунами и землетрясения, до новых встреч, пока!